первому матчу против молодежной хоккейной команды «Барыс»? Ну, впрочем, первые два периода для нас складывались более хорошо. Да, конечно, в первом периоде пропустили две, но во втором хотели забить. У нас были моменты и в первом, и во втором. Одну, да, забили, но дальше как-то у нас не сложилась игра. Вот. В третьем, что сказать, ну, посыпались, не знаю почему. Но будем думать, готовиться к завтрашней игре. Всем болельщикам, которые нас болеют, приходите завтра на повторный матч в час дня.